Практически все время погони полицейские через громкоговорящее устройство в патрульном авто пытались убедить мотоциклиста остановиться, но тот даже и не думал об этом. Правонарушитель, полагаясь на знание местности, свернул во дворы, ускорился и на время исчез из поля зрения. О том, что добром такие маневры не закончатся, незадачливый байкер как-то не подумал. В общем, лавируя на скорости в темноте, злоумышленник не заметил бетонные блоки, преграждавшие проезд. Как итог, удар, сальто через препятствие и соответствующие последствия. До приезда скорой, которую вызвали полицейские, рыцарь ночных дорог отказался от прохождения медосвидетельствования, что в целом весьма характерно. Установлено, что водитель ранее уже был привлечен за вождение транспортными средствами в нетрезвом состоянии. В отношении водителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях, а также возбуждено уголовное дело по статье 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.